Глава 10. Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда стоит о нем забыть, хотя бы ради будущего. Джоан Кэтлин Роулинг. Для того, чтобы помыться, пришлось вновь завести бусик и включить фары. В их свете по очереди путники заходили в черную воду речки, которая становилась прозрачной, только стекая с тел. Донской был предпоследним. За ним была только Настя, которая усердно искала что-то в груди сумок и пакетов в хвосте автобуса. Пока спали, стояли на фишке по 2,5 часа. Сначала Юра, затем Славик, Донской и в самом конце Матвей. Водилу предусмотрительно не трогали. Его задача — вести их в кромешной темноте по дорогам с забитыми брошенными машинами, вовремя замечать в свете фар нужные повороты и съезды, а в этих условиях, в которых они нынче жили и держали путь, это было ошеломительно трудно. Серега заслуживал полного отдыха за его труд и практически круглосуточное сидение за баранкой. Конечно, будь этот апокалипсис более киношным и банальным, проехать куда-либо было бы практически невозможно из-за километровых пробок, брошенных машин с открытыми дверями или танков, переграждающих дорогу. Однако в нашем случае большинство людей было в состоянии припарковаться для того, чтобы благопристойно посмотреть телевизор и мирно, тихонечко так, сойти с ума. Разумеется, божественное радиовещание со счетов сбрасывать не стоило. Действительно, можно было встретить множество автомобилей на дороге, владельцы которых наслушались песню Спасителя прямо за рулем, врезались в кого-то или же стояли в пробке и не удосужились, выходя из автомобиля, отогнать его с дороги хотя бы к обочине. Так их манило наконец-то собраться в кучку, или же лучше говорить «стайку», и весело водя хороводы продолжить песню или молитву, что подобно мерзкому поп-хиту засело у них в голове. Однако таких было немного. По крайней мере, все заторы, что встречались спутником, пока что можно было объехать. Наверняка были большие проблемы с этим в Москве и других больших городах, где треть утреннего времени люди проводили в километровых заторах на дорогах, однако это их столичные проблемы. Донской спокойно обтирал тело от прохладной освежающей влаги полотенцем. В голове была необычайная легкость и свежесть. Он только на контрасте понял, что уже давно его голова, не прекращая, гудела тяжестью и словно весила тонну. Однако облегчение его длилось недолго. Он уловил на себе напряженные взгляды Юры и Славы. На груди у Донского красовалась татуировка палача, лицо которого скрывала черная непроглядная мантия, а костлявые руки, лишенные кожи и плоти, крепко держали огромную секиру, с лезвия которой как будто норовила упасть большая кровавая капля. Судя по всему, кто-то из шкафов знал значение и принадлежность тату. Юра, глядя Донскому уже в глаза, медленно подгреб по земле к себе рюкзак и винтовку Геннадича. «Ребят, вы чего такие?» — спросил водила, окинув мужчин взглядом. «А ты погляди, что у нашего доброго дедушки набито», — сказал Юра. Для пущей видимости, включив свой фонарик, направил луч на тату Донского, которое в свое время уломал его сделать дед. «А что не так-то?» Разглядывая рисунок, спросил водила, затягивая молнию своего вещмешка. «А то, Серег, что эта тюремная марочка», — начал пояснять Слава, «означает, что ее владелец, во-первых, сидит за убийство, во-вторых, говорит о его неустрашимости, социопатии, о том, что он готов убивать дальше». Да, Донской поморщился. Именно это и означало его тату.
Слава словно из справочника процитировал толкование нательного рисунка Геннадича. «Твою дивизию, тезка! А когда ты собирался нам об этом сказать?» Возмутился не на шутку водила. Донской же потупил взгляд, совершенно не представляя, как отнесутся к новому факту его новоиспеченные, либо уже бывшие друзья. Матвей стоял чуть сбоку, но прекрасно все слышал, однако пока разумно не влезал в этот разговор. «В общем, деда, без суда и следствия мы тебя, конечно, не кончим, но если хочешь, чтобы мы и дальше вместе двигались, и даже, возможно, не факт, конечно, но доверяли друг другу, то пойдем в автобус, и ты всем нам расскажешь, как, за что и сколько». С холмика спустилась Настя, закутанная в большое полотенце, босая и неулыбчивая. Не подозревая серьезности происходящего, она прошла в воду, оставив полотенце на траве. «Присмотри за ней», — сказал Юра Матвею, а сам, опережая Геннадича и компанию, направился по склону вверх к открытым дверям бусика. «О, этот присмотрит. Лучше всех смотреть будет». Совсем неуместно, подумал с усмешкой Донской, однако вскоре все хихоньки да хахоньки выскочили из его головы. Ему предстояло вновь окунуться в то, что он с удовольствием предпочел бы забыть и никогда больше никому не рассказывать. «Отвернись, придурок!» — услышал он возмущенный до невозможности голос Насти снизу. Однако тут же двери автобуса с шипением закрылись, и он остался наедине со своими дознавателями. «Что ж, вещай, казнить нам тебя или миловать?» — сурово сказал Юрий, усевшись на сиденье и запихав рюкзак и оружие Донского под него, закинул ногу на ногу. «Пистолетом угрожать же не придется». Геннадич смирно сидел напротив, сзади его контролировал сложивший руки под грудью Слава, а сбоку на ковре присел тезка, который все же вставил слово еще до того, как Сергей был готов что-либо сказать. «Давай, тезка, по чесноку, кого, когда, за что?» Удивительно, как столь доброжелательные, можно даже сказать, добрые люди вмиг стали подозрительными и суровыми. А чего он ожидал? Он что, не поступил бы на их месте точно так же для безопасности себя и остальных? Нет, все правильно мужики делают. Идеально верно. И ведь не сразу пулю в лоб пустили, а слушать удумали. Суд судить. Надо рассказывать. Честно и без утайки. Как бы не хотелось вспоминать те дни и мгновения, но придется. Геннадич понимал это так же ясно, как и то, что никуда, ни к какому солнцу и Риму он не поедет, покуда они не будут в нем уверены. «За что?» — спрашиваешь. Посмотрел Донской холодным и темным, как мрак вокруг, взглядом на водилу. «За внучку». Сам Сергей Геннадьевич обзавелся ребенком всего-то в 20. Дочка Катя, которую родила ему его любовь и супруга Василиса, однако далеко не во всем следовало опережать других. Катя, к большому для ее амбиций и планов сожалению, умудрилась влюбиться и забеременеть, или, как говорил Донской, обрюхатиться, всего в 18, опередив даже своего отца с матерью, которые и так считались в кругу знакомых поторопившимися с детьми. Муженьком Кати, по мнению Геннадича, был редкостный оболтус и тряпка, работающий менеджером по продажам то здесь, то там, то еще где-то, откуда его еще не турнули. Слабохарактерный, нерукастый и нехозяйственный балабол, взявший его Катеньку красивыми словами, обещаниями и прочей розовой, неосязаемой, нематериальной херней. Никакие разговоры Сергея и Василисы с дочерью никак не открывали ей глаза на ее суженого, отчего со временем Донскову и его Ваське пришлось просто смириться с выбором дочи и пусть без особой охоты, но общаться и принимать в доме этого человека. Единственное, за что Донской был благодарен этому никчемному парнишке, так это за Люсю. Дочь Кати и менеджера, внучка Сергея и Василисы, стала настоящей радостью и светом в окошке для них.
Блондинка в маму, эта улыбчивая малышка покорила сердце Донского своей ангельской чистотой, милой наивностью и не по годам смышленой головой одновременно. Как и следовало ожидать, слишком молодые родители не могли тратить все свое время на ребенка, и львиную долю времени Люся жила у дедушки с бабушкой, которые, к слову, сами еще даже не были пенсионерами на тот момент. Катькин хахаль постепенно самоустранился от воспитания дочурки, обосновывая тем, что он зарабатывает деньги, и у него нет на это времени или же сил, а иногда ни того, ни другого. Каким образом в свое время Донской успевал и то, и другое? Ха. Да просто Сергей был мужиком, а не нытиком. И иногда мог заставить себя, превозмогая усталость после работы, поиграть и почитать с Катей книжку, сходить на родительское собрание, разобраться с малолетним задирой, что донимал Катю в школе, и все в таком духе. Он не считал воспитание и заботу о дочери работой. От этого он не уставал в те моменты, а наоборот отдыхал, пусть и не физически, а морально, душой. Катька, в отличие от своего муженька, участие в воспитании дочери принимала. Однако много времени молодая и амбициозная девушка провести с дочерью зачастую не могла. Она еще грезила вернуться в гимнастику и навесить на себя золотые медали, попутно заканчивая вышку, подрабатывала консультантом в каком-то магазине одежды, моталась, как белка в колесе. Василиса и Сергей с охотой принимали девочку и на неделю, и на месяц, и совершенно не страшились, если бы Катя попросила взять девочку на год или ПМЖ. Летом же Люся была, по сути, постоялицей в загородном доме Сергея и Васьки. Квартиру они продали, разделив сумму между собой и дочерью, а сами перебрались в небольшое село, находящееся всего в 15 минутах от города, с исправно ходящим автобусом и даже электричкой. Часто девочка после школы садилась именно на их автобус и приезжала ночевать к бабушке с дедушкой, иногда даже не спрашивая маму и тем более папу, за что с завидной периодичностью получала не строгий, но все же выговор от матери. Под влиянием Геннадича девочка росла рукастой и непоседливой. Не брезговала трогать рыбу, так как была всегда завсегдатаем рыбалки с дедом Сережей и его друзьями. Разговорчивой и улыбчивой, так как дедушка никогда не говорил ей «я занят» на какие-то ее рассказы и обсуждения. Она вместе с Геннадичем мастерила скворечники, гоняла мяч на самодельной сельской футбольной площадке и знала поименно всех футболистов сборной. От бабушки же она черпала ее добродушие, врожденную светлость улыбки и позитивность мысли. Также бабушка прививала ей страсть к готовке всяких замысловатых вкусностей, варке компотов и киселей, огородничеству. А еще бабушка Вася активно приобщала девочку к Богу. Она регулярно водила ее ставить свечки и молиться на православные праздники, рассказывала ей жития святых и тому подобное. Донской ничего не имел против, в конце концов, прав был у костра водила Сергей. Нынешнее христианство не культ, а скорее сплошной комок позитива и благости. Это было незадолго до 9-го дня рождения девочки. После школы она, как обычно, поехала к бабушке с дедушкой, а по пути заскочила в их сельскую церквушку. Прибежала домой радостная и с чупа-чупсом за щекой. Легкая школьная юбочка, рубашка, косички на желтых резинках, только красного галстука не хватает и вылитая пионерка. Денег у девочки было только на дорогу, чтобы не покупала всякой дряни по пути, поэтому у Донского резонно возник вопрос. «Откуда сладость, милая?» «А это мне отец Борис подарил!» Без тени усталости после школьного дня сказала Люся и вновь вогнала чупик за щеку. «Странно», — сказал вслух Донской. Их местный отец никогда особой добротой не отличался. Был одиноким, тощеватым попом, который, вопреки многим заповедям, любил накатить горькую и заесть ее чем-нибудь жирным в Великий пост. Сама его внешность казалась Донскому очень отталкивающей, и такого доброго жеста от этого на вид ублюдка он не ожидал. Может, внешность все же обманчива? «Да ладно тебе, деда, он хороший. Он не всегда улыбается, спрашивает, как дела.
добавила Люська. «Ну, раз ты так считаешь, пусть будет хорошим», согласился Сергей и вытащил из коробки игрушек мяч. «Ты идешь? Или с вечера уже передумала насчет пенальти?» «Не забыла, но и на солнышко мы сегодня тоже посмотрим». С холма их села, если пройти всего пару километров, можно было наблюдать шикарный закат солнца, который так обожала Люся. Туда они после футбола и направились. Местный отец Борис на самом деле имел крайне мало общего с Верой. Будь жильцы деревни более бдительны и недоверчивы, они бы обязательно дорылись до его не очень светлого прошлого. В лихие 90-е молодой Борис Демцов избрал популярную в то время дорожку «Кривую». Во многом это было сделано назло матери и ее любимчику, старшему брату Жене, который всегда и во всем ставился Боре в пример. Весь такой правильный и хороший, в милицейском училище, отличник подготовки и прочего, а он... Что он? Боря? Боря был изгоем в семье. Тем самым уродом, без которого в семье никак. Неудачником, который лишь во избежание армии посещал университет. Единственный факультет, куда по счастливой случайности взяли Борю, был теологический. В тот год был большой недобор, и Боря даже попал на бюджетное место. Казалось бы, у него может быть какая-нибудь профессия и образование, но Боря уже свернул на кривую дорожку, которая предлагала ему максимально прямой путь к деньгам и благам. Там Боря Демцов превратился в мелкую преступную сошку, шестерку на побегушках у больших дядечек и ничтожество, грезящее о большем. Из-за факультета молодого Борю кликали «Боря Святой», хотя те дела, что он творил, никак нельзя было назвать богоугодными. В первое время Боря даже приносил в дом больше денег, чем брат. Однако матушка не ставила его ни во что и лишь ревела, когда он ей не отвечал, как заработал эти доллары в конверте. Брат как бы случайно всегда отворачивался и притворялся слепым. Не сажать же его, родня все-таки. Закончилось все как и должно. Боря сел. Сел далеко, сел надолго и сел не по своей вине, а по вине разговорчивой и слишком морально правильной матери, сердце которой не выдержало и вынудило ее набрать 02. При выходе из тюрьмы его никто не встретил, ни мать, ни брат. Точно так же, как никто ни разу не пришел к нему на свидание. После долгой отсидки Боря оказался один-одинешенек совершенно в новом мире. Новом и чужом для него мире все и все было против него. Старые дружки либо отдали концы еще в 90-х, либо превратились из нормальных ровных пацанчиков в серьезных дядей-толстосумов, которые не помнили старой дружбы с Борей. А те, кто помнил, все равно считали себя птицами слишком высокого полета, чтобы так просто общаться с такой грязью из-под ногтей, как он. Получив от мира удар, Боря затеял ответный. Его семейка давно заслуживала за то, что лишила его лучших лет жизни и свободы. Как выяснилось, его брата карма нашла сама, убит в перестрелке, а вот одинокая, престарелая мать все еще могла получить от него свое. Выплатить по старым счетам. Она жила в небольшой уютной деревне за городом, вела хозяйство и существовала на пособие по инвалидности и пенсию. Вы не поверите, но старая глупая женщина то ли по доброте душевной, то ли по наивности, но приняла Борю. Единственная родня, что у нее осталась. Однако Боря не забыла ее поступки. Он все сделал грамотно, подло, но грамотно. Организовал себе, как сейчас модно говорить, пассивный доход. Представьте себе, его матушка погибла, сама или нет, в ее возрасте понять сложно, ведь могло случиться что угодно. Сердечный приступ, возраст, неловкое падение. В конце концов, она спокойно могла выпить слишком много таблеток, прописанных ей доктором, и неважно, сама она переборщила с дозой, или сынок Боря растолок полупаковки таблеток и подмешал ей в зуб. В нашем случае, конечно, верным был последний вариант. Однако в жизни мог случиться любой из перечисленных.
Так и думал местный участковый, который утвердительно ответил на предложение Бориса временно умолчать о кончине матушки и поровну делить приходящие на почту пособие и пенсию. В конце концов, бабке от этих денег уже ни холодно, ни жарко, и государство не обеднеет от этих копеек. Закопав предавшую его мать в огороде, Боря стал жить-поживать в этой деревне, безбожно пьянствуя, пропивая почти все пособия, скатываясь все больше в синюю яму. Единственное, что его отвлекало от бутылки, так это должность местного священника, которую он теперь исполнял. В деревне давно стояла старая, никому не нужная церквушка, и за одной из совместных попоек Боря и его уже друг участковый придумали гениальный план. Образование позволяло Боре работать там, да и изучить молитвы было не так сложно, если от этого зависел достаток. Боря с его новым другом, без ведома кого бы то ни было, привели церквушку в более презентабельный вид, накупили дешевых икон и свечей и стали проводить службы. Точнее, Боря стал. Позже, когда уже большинство верующих в деревне были постоянными прихожанами, Боря и участковый стали беспрерывно и неустанно собирать пожертвования на ремонт церкви. Пожертвования были, естественно, добровольные. Однако большинство старушек были готовы носить на ремонт Дома Божьего хоть всю свою пенсию. Таким образом, карманы Бори и участкового регулярно пополнялись хорошей суммой. Конечно, для виду они даже иногда действительно проводили в церкви какие-то чисто косметические работы, чтобы народ оставался доволен, но в основном это был еще один способ дохода. За несколько лет такой божьей службы отец Борис накопил себе на машину, старенькую приору с уже проржавевшими порогами, однако для него больше и не требовалось, ведь в город ему было не нужно, а чтобы съездить в магазин с заводкой и обратно, этого было более чем достаточно. Так годы и шли. Одна за другой капала пенсия и пожертвования, одна за другой пропивались бутылки водки, которые Боря пил за упокой того мира, который остался в прошлом, того мира, где он был не нужен. А этот мир, такой чистенький, правильный, покрытый лоском гуманности, с демократией, правами человека, частной собственностью и рабскими, по мнению Бори, нравами народа, не принимал его, вынуждая только пить. Иногда Боря заглядывался на молоденькую девчушку-школьницу, что стала появляться в деревушке и в церкви время от времени, но участковый ясно дал понять, что до такой степени переходить грань все же не стоит. В тот день Борис пил уже в обед. Повод был веский, как никогда — футбол. Играла его любимая с детства команда, и за первый тайм увлеченного просмотра Боря выпил все свои запасы и, изрядно шатаясь на ватных, непослушных ногах, дошел до машины, сел и поехал за догонкой и запасом на вечер. Мало ли, придется праздновать победу или горевать от поражения. Ехать было всего ничего, но он все равно боялся опоздать на второй тайм, поэтому как только завелся, вдавил педаль газа до упора. Уже на обратной дороге, чувствуя, что опаздывает, он все ускорял машину, совсем не следя за скоростью. Да и что могло случиться почти на прямой дороге сельского значения без активного трафика и постов ДПС? Он открыл чекушку и, запрокинув голову, стал жадными глотками поглощать огненную воду. Ему не нравилось, что его отпускало, что мир становится четче и громче. Проезжая возле футбольного поля, краем глаза он разглядел что-то согнутое и маленькое на дороге. В ярком свете солнца силуэт казался собачьим и, подумав о том, что чем меньше этих гавкающих по ночам тварей, тем лучше, он вдавил педаль сильнее и покрепче зажал руль, вытряхивая в себя последние капли водки. После жесткого удара на большой скорости и подпрыгнувшей машины он уже был не уверен, что это собака. Все же поле футбольное рядом, может, ребенок? Да что с ним станется? В их возрасте все быстро лечится, заживет. Подумал Боря и продолжил путь.
Донской тогда обливался потом, раскалывая дрова на заднем дворе дома. Васька готовила обед, а Люська с разрешения старших отправилась играть с ребятами в мяч на местном поле. Когда в калитку ворвались кричащие разновозрастные дети, Донской не сразу понял, о чем они наперебой друг другу кричат, однако, когда до него дошло, то пулей метнулся за ними, наказав Ваське сидеть дома. Мгновения растянулись в тот момент. Пока он бежал за ребятишками к площадке, он в голове прокручивал разные мысли. Неужели Люсю могли здесь сбить? Дорога однополосная, пустая и просматривается на сотню метров вперед. Запыхавшись, они наконец добежали до нужного места, и когда Геннадич поднял взгляд от асфальта, а в глазах от долгого бега перестало темнеть, дыхание его вовсе чуть не прекратилось, а сердце стало пропускать удары. Его Люся. Она лежала в неестественной позе посреди дороги и смотрела на небо пустыми стеклянными глазами. Ее косточки были переломаны, из головы что-то вытекало, а ребра то тут, то там смотрели наружу. Донской не бросился к делу, не упал на колени, как это показывали бы в кино, нет. Отчаяние в нем сменил гнев. Его Люси больше нет. Его лучика света, его солнышко, его отобрали у него. У нее не будет выпускного бала и красивых платьев, не будет первой заваленной сессии, не будет первого парня, о котором она будет плакаться Ваське с Катей, не будет свадьбы, не будет деток, не будет жизни. Ее у нее отняли. И в этом кто-то виноват. Слушая гомон перепуганных детишек, Донской вычленял неосознанно из своих воплей необходимые сведения. Он услышал о черной приоре, услышал, что Люська тогда как раз выбежала за мячиком и как только наклонилась. Еще он услышал, что машина вроде как даже набрала скорость перед ударом. Такая машина была в их селе одна, и ее владелец спокойно мог это сделать. Надраться в водке, сесть за руль — хороший отец Борис. Донской сам не помнил, как начал скрести ногами в сторону его дома, сжимая в руке топор, который в суматохе и суете не выпустил из рук, выбегая со двора. Он шел под оглушенный рой мыслей в голове. Он еще не знал, что сделает, когда увидит издалека сильную вмятину на машине и красные потеки на разбитой фаре. Он, уже топая по участку Бориса к его халупе, думал судорожно и нездорово, ощущая в руках топор. Он делает все правильно. И правильно то, что он не ждет ни Катьку, ни ее балабола, которому характера не хватит даже подпись в ментовке под заявлением поставить. А это правосудие. Не то долгое, бюрократическое, которое, безусловно, посадит этого святого отца в тюрьму, в которой ему за убийство ребенка не прожить. А если ему повезет, и забьют, изнасилуют, может, даже порежут, но он выживет. Такой процент ведь не был нулевым. Особенно в нашем глубоко гуманном с недавнего времени обществе. А что если отмажут, оправдают по какой-нибудь нелепой причине, да и при чем здесь суд? Сколько бы этот Борис ни просидел, он будет жить, а его Люся — нет. Эта мысль, в принципе, претила Сергею. Нет уж, Донской сам себе правосудие с нулевым процентом выживания. Дверь даже не была заперта, или же Донской выбил ее ногой вместе с хлипким замком. Ввалился в дом, из кухни воняло котлетами и водкой, орал телевизор на полную громкость. Этот ублюдок в майке-алкашке и шортах опрокидывал в себя стопку. Неужели эта сволочь ясным днем не разглядел на пустой дороге силуэт Люси?
или не захотел разглядеть. Ты чего, Серег? В стельку пьяный отец с расслабленной, довольной ухмылкой глядел на него. Похоже, Валка у Гарри действительно не понимая ничего. Обычно разрубить человеческую кость не так просто. Может потребоваться не один и не два удара остро наточенного топора или пилы. Однако Геннадич шибанул топором по руке дедоубийцы, державшего руку на столе с такой силой, что кисть тут же отлетела от тела, так же и держась за стекло рюмочки. Пока Боря пытался ухватиться за руку, он получил топором в плечо. Сверху вниз, ломая плечевые кости и врезаясь в плоть, Донской вогнал металл в него вновь. Тот в воплях упал со стула на пол, брыкаясь ногами. Донской оттолкнул стул, забрался на Бориса, схватился за кисть здоровой руки и, рыча животным рыком, прижал его к полу и, выдернув топор из плеча кричащего Бориса, стал рубить по локтевому суставу. Удар! Еще удар! Ошметки плоти от руки, брызги крови из перерезанных вен и артерий. Когда после третьего удара топор наконец отсек ему и вторую руку, Борис уже не кричал, а, обливаясь мочой, потом и слюнями, бился в какой-то странной конвульсии, по-прежнему кое-как артачась ногами. Донской перевернул топор тупой частью вниз и стал молотить его по голове. Эта мразь сделала страшное с его Люсей. Его маленькой, любимой Люсей, которую он держал на руках раньше и больше ее родного папаши. Которую воспитал он, а никто другой. Это мелькало в голове, как сумасшедшее наваждение, пока Донской превращал голову отца Бориса в кровавую кашу, нанося удары за ударом. Он убил Люсю. Наконец Донской замер. Ему все еще не легчало. Топор, который уже полностью был перекрашен в багрово-красный цвет, он стиснул в руке и с разворота вогнал в стену, вкладывая в этот удар все оставшиеся силы. После этого он заорал долгое и протяжное. В полицию Донской пришел сам. Как был, залитый уже пересохшей кровью и слезами. В связи с особой жестокостью его преступления никакие смягчающие обстоятельства не повлияли на вердикт суда, вынесшего пожизненный приговор. Уже в колонии он узнал от ревущей Катьки на первом же свидании много новостей. Васька вскрыла себе вены в тот же день, когда вынесли приговор. А Катькин муженек уже занялся продажей их с Васей дома. Катя почти не разговаривает ни с кем и плачет по ночам, а ее муж, к ее чести, взял бессрочный отпуск за свой счет, чтобы проводить с ней время и не допустить того, что сделала с собой Василиса. Это помогло. Катя действительно не покончила жизнь самоубийством. Она умерла по-другому. Значительно позже, когда вроде как все уже было в прошлом, вместе со своим муженьком. Они ехали домой после попойки у друзей мужа, где этот идиот надрался вискаря в честь какой-то удачной продажи и сел за руль. Стоит ли говорить, что на скорости 120 км в час выжить при лобовом столкновении с фурой невозможно. Все это Донской в слезах слушал от деда, своего сокамерника-авторитета, который и помог через знакомых охранников узнать, почему же Геннадичу так долго не приходят на свидание. Заканчивал свою исповедь перед Юрой и остальными Сергей Донской уже в слезах. Когда в автобусе появились Настя с Матвеем, он и не заметил, однако сейчас именно девочка шагнула к нему. У нее самой на глазах накатывались слезы. Она забралась к Донскому на колени и обняла его так крепко, как только могла.
В этом не было ни капельки пошлости, ни намека на что-то большее, чем просто человеческое сострадание. «Прости, что мы так, Геннадич», — с сожалением сказал Юра и толкнул Геннадичу его вещи и оружие. «Сам понимаешь, наверное». «Да, тезка, прости, что напомнили, но мы, если б не знали, спать бы спокойно не смогли». Виновато, но резонно сказал водила. «Трогай уже, ехать пора», — закончил Слава. Донской так сидя и уснул, хотя скорее просто отключился. Глава 11. «Дон Жуан может покорить каждую? Что за ребячество? На самом деле он просто не способен ни одной отказать». Тадеуш Бой Желенский. Держаться подальше от городов все равно не получилось. Серега, который тезка, на развязке выбрал не тот съезд, ведущий не в объезд Белгорода по Е-105, а прямо через город. Обнаружилось это, когда свет от фар бусика стал отражаться от окон домов, поблескивая в мертвой темноте игристыми бликами. Машин по городу было разбросано достаточно много, по крайней мере, в первых районах, через которые приходилось проезжать. Водила то и дело, выкручивая баранку, вспоминал и чью-то мать, и бога, и душу, шашки были высшего уровня. Город пустовал, причем во всех смыслах. В свет фар не попадали не то чтобы люди, но даже шептунов здесь как будто и не было. Были в свете фар обгоревшие или тлеющие после пожаров дома, однако зарев чего-то горящего в городе сейчас в данный момент времени не было. «Давай через центр проедем, по магазинам пошебуршим, запасы пополним», — сказал водитель Юра, похлопывая по плечу, после чего вернулся к середине салона, проверяя патроны в своем пистолете. Донской же передернул затвор своего ружья. В этот раз отсиживаться в автобусе Геннадич не собирался. А раз уж мужики пойдут шариться по руинам цивилизации, рискуя нарваться на мародеров, настойчивых шептунов или бог весть еще на кого, то сидеть в теплом светлом автобусе, который можно было назвать убежищем, он не мог себе позволить. К тому же у него было важное и пикантное поручение от Насти, носившее чересчур личный характер. Она не хотела распространяться о своих женских переживаниях среди остальных, а убедиться, или что скорее всего разубедиться в своих подозрениях, желала сильнее всего. Миссией Донского было найти ей тест на беременность и желательно так, чтобы остальные ничего не увидели и не узнали. Конечно, Сергея Геннадьевича так и подбивало рассказать об этом Матвею, ведь он тогда и на метр от девушки не отходил. Да, можно сказать, что ребенок не его, и он не будет за нее и ее отпрысков впрягаться, но этот станет. Его любовь к ней перебарывала любой здравый смысл. Достаточно было только взглянуть в его глаза, когда он смотрит на нее. Донскому иногда казалось, что таким взглядом можно отапливать сразу несколько домов или даже многоэтажек. Настолько много тепла было в нем. Вот и сейчас, когда мужчины собирались на вылазку, Матвей не сводил с нее глаз. Ему не нравилось, что она много сидит на полу, а не в кресле, ведь несмотря на настилы и ковры на нем было прохладно. Уже несколько раз нарвавшись с ее стороны на грубость, Матвей перестал вслух возникать по поводу ее здоровья, однако все же добился того, что подложил ей еще и свой спальник. Та со вздохом закатила глаза, но сопротивляться не стала. «Тут славно прибрались», — сказал глядящий по окнам Славик, когда автобус уже несколько минут ехал по центру города почти беспрепятственно. Машины, которые освещались фарами, были отогнаны и прижаты друг к другу на обочине, оставив по центру дороги целую полосу, свободную от помех. «Ну-ка, Серег, помедленней», — вновь хлопнул водилу по плечу Юра. «Куда уж медленней, начальник», — наигранно возмутился тот, сбавляя ход и вовсе до черепашьих 20 километров в час. «Магазины», — сказал Юра, глядя по сторонам на пустующие в большинстве своем витрины и магазины.
Практически каждый второй магазин более-менее крупных размеров был разграблен, хотя в новых условиях, вернее говорить, присвоен кем-то. Донской лишь глазел по сторонам, молчал и стискивал зубы. Голова болела, не переставая уже несколько часов, а таблетки обезболивающих не помогали. Разумеется, и не могли помочь, учитывая причину его боли. Не доезжая до площади пары улиц, они наткнулись на большое застекленное здание с надписью «Универмаг». Рядом через дорогу были всякие магазины быстрого питания, чуть выше по улице рынок и прочие атрибуты города. «Стоп!» – скомандовал Юра. «Пошли, универмаг шмонать. Там вроде двери закрыты». Юра, Слава и Донской вырвались из духоты бусика. На Сергее был его налобный фонарик, ружье, а за спиной ТТ. Водила остался с подростками, хотя Матвей и пытался напроситься с ними, но как-то неуверенно и ненастойчиво. Наверное, все же не хотел оставлять Настю. Большие фонари в руках шкафов светили хорошо, батарейки были свежими и мощными. Сумки за спинами всех троих были намеренно пустыми, чтобы впихнуть в них столько, сколько можно будет вынести. «А вы, Сергей Геннадьевич, из нас самым высокотехнологичным оказываетесь», — весело сказал Слава, глядя на налобный фонарь. «Это пока батарейка не сядет. Такие, как там, нужны, хрен найдешь», — поторопился ответить Донской. Все напряжение, вызванное татуировкой Сергея и его прошлым, уже прошло, словно и не было. В его истории никто не смел сомневаться, и, кажется, никто его не осуждал, хотя могли бы. «Глядите-ка!» Юра посветил фонариком на большой красный вопросительный знак, начерченный граффити на стекле входных дверей. «Как метко», — подметил Донской. «Ага». Не дожидаясь, что электрические и мертвые без питания дверцы разъедутся, Юра пальнул в них из своего пистолета и, когда дверь покрылась частой рябью трещин, ткнул ее ботинком так, как обычно спецназ выносит обычные нераздвижные двери. Стекло осыпалось излишним громким для головы Донского звуком, он аж поморщился от давящей в виски боли. Внутри все пока было не тронуто. Темно, хоть глаз выколи, но не тронуто. Без фонарей в коридорах действительно был мрак, из которого можно было и не найти выхода. Особенно учитывая то, что на улице еще чернее. «Разделимся. Я на верхние этажи. Одежды нам наберу. Дорога долгая, да и обувь хорошая на вес золота. Славян, ты давай по консервам в продуктах пошебурши. А вы...» Донской сам знал, что его задачей будет местная аптека. Разумеется, он еще в автобусе обсудил это с Юрой, мол, таблетки для сердца нужны, да и вообще много чего. Юра, который как-то незаметно взял на себя бразды правления их маленьким отрядом, не то что не возражал, а был резко за. Хорошая аптечка никому еще худо не делала. Прошуршав по коридору, в котором было так тихо, что гудело в ушах, свет фонаря Донского наконец уперся в большой зеленый крест. Придя в аптеку, Геннадич думал, что обнаружить там то, зачем он был послан Насте, не составит труда. Однако каково было его изумление, когда на витринах он обнаружил лишь пустую картонную упаковочку с ценником без теста внутри. Открыв сумку, он положил ее в центре на пол, достал свой ручной мощный фонарь и, включив его, поставил в углу так, чтобы свет рассеивался на все помещение от стен до потолка. Тогда он выключил налобный, чтобы экономить драгоценные батарейки, и стал сгребать с ящиков и витрин препараты. Антибиотики, антигистаминные, противоаллергические, противовоспалительные, противовирусные и еще много чего противо. Наконец, набредя и на тест на беременность, он положил 3 штуки себе в карман, а потом уверенной походкой вернулся к одному стенду. Если тест окажется положительным, это определенно и пригодится, считал Донской, сгребая для девочки всевозможные витамины для беременных, которые только там были. Обычные витамины он тоже брал. В частности, те, что помогали бы насыщать организм теми элементами, за которые раньше отвечал солнечный свет. Когда сумка уже висела на плече, он вбросил в себя несколько таблеток обезболивающего, которые нашел в ящике строго по рецепту. Это сильное и совсем чуть-чуть наркотическое средство чуть утихомирило боль почти сразу
и Донской побрел по коридору к выходу. Манекены у стильных бутиков, что он проходил, словно смотрели своими пустыми зенками без зрачков прямо ему вслед. Он остановился напротив одного из них. «Ну и чего ты вылупился?» Чернокожий манекен, освещаемый его налобным фонариком, молчал. «Нам-то не гони, Эфиоп», — с усмешкой сказал Донской. «По глазам вижу, что ты людоедом был». Не удостоившись ответа, Сергей побрел дальше, оставив молчаливый манекен позади. Выйдя на улицу, он вновь убедился в силе окружающей их всех тьмы. Водила не гасил фары и стоял совсем недалеко, да и свет в салоне горел. Однако автобус в этом окружающем мире казался всего лишь островком, точкой света, а не длинной хреновиной. Проходя к нему, он обнаружил, что его заказчица стояла, опершись спиной на бусики, подогнув одну ногу, и опять курила с нервным выражением лица. «Ну не слепи!» Мило морщись, сказала она, когда, подходя, Донской невольно засветил налобником ей лицо. Он тут же его погасил, света из окон автобуса было достаточно. «Прости». Он остановился около нее. «Нашли?» – спросила она. «Я несколько взял, на всякий случай», – ответил Донской. «Спасибо. Не одолжите?» Она кивнула на его ручной фонарь, торчащий из кармана. «Бери». Он отдал мадам фонарь, а сам остался ждать на том же месте. Она же, освещая себе дорогу, пошла за какой-то фургон, стоящий у другой стороны обочины. Ее не было довольно долго, не 5 минут, сколько требуется для проявления полосок, а все 20. За это время уже вернулся и опять ушел в универмаг Слава. Наверное, она пробовала все тесты сразу, чтобы уже точно не оставить сомнений, перепроверяла все. Так раздумывал Донской. Наконец, показался тусклый свет из-за фургона, потом он приблизился и поначалу ослепил Донского. Девочка шла с обычным нечитаемым лицом, и Геннадич, чтобы хоть как-то понять результат, спросил глупое и банальное: «Ну как?» «Пиздец», — сказала девушка, поднимаясь мимо Донского в бусик. Каждый был занят своими делами. «Да, тут явно кто-то хозяйничает», — говорил Юра о городе в беседе со Славой, пока водила через центральные улицы города, медленно вел их автобус к площади, свернув на которой, можно было попасть на дорогу, которая ведет, как говорят местные, к новому мосту. Город сам по себе был разделен, по сути, на две условные части — гору, огромный район, находившийся на возвышенности, и центр, со всем остальным, что находится, можно сказать, в низине. К горе и вели несколько мостов, а тот, которому держали путь наши герои, был самым большим, а из его названия следовало, что он новый, в отличие от других. Нет, мосты шли не только над рекой, что пересекала город, но и просто осуществляли подъем живых потоков на гору из разных районов города. Сзади уронил ручку Матвей, который беззаботно писал в своей тетради какое-то очередное творение. Донской сидел неподалеку от Насти, уставившейся в свое отражение в черном окне. Казалось, она смотрела в собственные глаза с осуждением и каким-то немым вопросом. После того одинокого и крепкого словца она больше ничего не сказала, не проронила ни слова. Геннадич, устраивая инвентаризацию награбленного в аптеке, отложил в целлофановый пакетик разные витамины и прочее, что сгреб из раздела для беременных. Незаметно положил Насте на колени этот пакетик, а девушка, вздрогнув от неожиданности, вырвалась из внутренних думок и оглядела содержимое. Подняв на Геннадича взгляд, она улыбнулась одними губами, глаза так и оставались безэмоционально холодны, и сказала шепотом: «Спасибо». После чего начала осторожно, часто оглядываясь, читать инструкции и показания к применению, судя по всему, выбирая то, что будет принимать. «Твою за ногу!» Донесся спереди голос тезки, и бусик резко остановился, как вкопанный. «Что за мать-перематя?» Донской метнулся к передней части и ошалел так же, как и остальные.
В свете фар по широкой автодороге, что как раз вела к мосту, шел нескончаемый, казалось, поток изодранных, тощих и измученных шептунов. Они плелись, словно волна, создавая своим шепотом навязчивый неразборчивый гул. Большая часть уже голая, босая, с изодранными и стертыми в кровь ногами, от которых асфальт красился в темно-бордовый. Другая часть еще одетая, но уже грязная и истощенная. Все они шли в одном черепашьем темпе, не обращая внимания на бусик, освещающий их фарами сбоку. Некоторые безумные лица, не переставая шептать, поворачивались на свет, но продолжали идти дальше. «Откуда их так много?» Тихо, боясь, что их услышат, почти прошептал Донской. «Их тут не то что много, а до хрена. Я боюсь представить, каким числом они измеряются», сказал более спокойный Юра. «И главное, в отличие от курских, этим мы вообще по боку», сказал водила, моргая фарами то ближним, то дальним светом. «А ты соскучился по их вниманию?» Иронично подметил Юрец, после чего продолжил. «Ты лучше думай, как нам до моста проехать». «Ну...» Протянул тезка. «Если пробиться на ту сторону потока, можно будет по соседней малой улице. Там должен быть проезд, но вот как через них переться, чтоб не встрять?» Донской наконец понял, что ему напоминало это далекое небезмолвное шествие. Это было похоже на многотысячное шествие бессмертного полка, которое в последние годы проводилось на каждое 9 мая и собирало тысячи людей в одну огромную толпу с портретами и фото их предков-победителей. Только вот это шествие шептунов, в отличие от шествия полка, не вызывало у Донского радостного и слегка грустного трепета в груди. Вдруг в зеркале заднего вида появилось нечто очень-очень яркое, что привлекло к этой вспышке всех. К ним ехала машина. Небольшая газелька, облепленная со всех сторон светодиодами, а спереди оснащенная самым настоящим ковшом от экскаватора, закрепленного на решетке. Светилась она в окружающем мраке, словно звезда. Она быстро приближалась, моргая бусику фарами, а вместе с ней приближался и звук, но отнюдь не мотор. Тора. Запевал знакомый и почти родной голос Цоя, игравшего явно из чего-то мощного, как оказалось, из большой закрепленной на крыше сценической колонки. Когда газель поравнялась с бусиком, Цой уже запевал. Под эти слова появление из «Газели» целой группы людей с полицейскими щитами в руках казалось еще более пафосным и красивым, чем могло быть. С дюжину человек встали вокруг «Газели», а один из них с Ксюхой через плечо уже стучался в двери бусика. Ксюхой в военных и просто знающих кругах называли укороченный автомат АК-74У. От такого внезапного и слаженно эффективного появления путники даже забыли о предосторожности и не достали оружия, когда вооруженный автоматом гость вошел в их передвижное обиталище. «Ну, здорово!» Простодушно сказал молодой темноволосый темноглазый паренек лет 20-22, не больше. Высокий, чисто выбритый, в черной байкерской косухе с крыльями на спине и черных тактических штанах, усыпанных дюжиной разномастных карманов. «И вам не хворать». Юра с вошедшим пожали руки. «Антон!» – представился парень, окидывая взглядом салон. Настя и Матвей тоже были удостоены взгляда. Они и сами были ошарашены появлением «Газели» и были впереди салона, позади остальных. «Юрий», — представился сначала Юра, затем по цепочке и все остальные, вплоть до Матвея. «Ну, кто будете? Откуда и куда?» — поинтересовался Антон насмешливым развеселым тоном, оглядывая бусик, уже походивший на дом на колесах. «Да кто откуда? А куда, так это, может, мы потом проясним? А то как-то и объяснять долго. И общество праведников этих». Юра кивнул на толпу, что до сих пор шла мимо нескончаемым потоком. «Напрягает». «Понял.
Ну, вы торопитесь или примете приглашение на огонек? Продолжил этот Антон милую беседу, при этом по-хозяйски прохаживаясь по бусику. Оружие лежало на креслах или за пазухой, но в целом вся эта группа не представляла ни малейшей угрозы для организованного отряда газельщиков, как их мысленно окрестил Геннадич. Также он уже подметил, что на всех, кто был на улице с полицейскими щитами, висели такие же ксюхи, как на Антоне. «Если честно, то если есть куда на огонек, то мы бы заглянули». Опять за всех сказал Юра. «Если пустите, конечно». Антон хмыкнул, вернувшись к началу автобуса. «А чего нам вас не пустить? Мы наоборот будем рады. Не часто у нас пообщаешься с людьми издалека, а вы, судя по всему, не два переулка на этом автобусе прокатили». На этот вывод ушло немного времени, ведь все говорило о долгом пути. Бочки топлива, обустроенность салона, количество сумок продовольствия и прочее. «А какой-то непомерной платы за вход или выход не будет?» Подозрительно поинтересовался Донской, переживая за их скромные, но драгоценные пожитки. «О, поверьте, молодой человек!» С улыбкой сказал Антон. «У нас нет потребности в ваших вещах. Скорее наоборот, вы еще у нас будете что-то клянчить, я уверен». Какой он ему к черту молодой человек? Донской явно ошалел от такого обращения, но выбрал вариант промолчать в данной ситуации. «Мы сейчас дорогу расчистим, на ту сторону поедем, вы за нами, а мы уж маршрут покажем». Заглядевшись пару секунд на Настю, сказал Антон. «Только на время, пока мы друг к другу присматриваемся, чтобы не было фокусов и недопонимания, сдайте оружие». Возмущаться, конечно, хотелось, но было абсолютно нецелесообразно. Захотят — отберут силой, а тут еще вежливо просят и к себе приглашают. Поэтому все сбросили свой огнестрел в сумки и отдали Антону, который, уходя из салона, сказал: «Только не тупите сейчас, ребята не железные». Не поясняя своих слов, он вышел и громко отдал команду своим людям. Их сплоченности можно было только позавидовать. Как только Антон с сумкой уселся в газель на пассажирское, там закрылась дверь, и машина тронулась прямо сквозь толпу шептунов, как нож сквозь масло. Сминая с дороги тощие тела, газель благодаря ковшу спереди спокойно разрезала эту толпу, сделав в ней широкий пробел, и остановилась, перекрыв полдороги. В этот пробел строем вбежала та дюжина со щитами. Встав в сомкнутую линию, они стали удерживать вторую половину дороги от прущих бездумно шептунов. Все было точно, выверено и слажено. Однако вспоминалась фраза про нежелезных парней. Действительно, одной линии щитов было тяжело держать огромную прущую волну безумцев, и поэтому водила поспешил переехать по коридору на другую сторону дороги, оказавшись на брусчатке центральной площади города. Газель тут же тронулась и вышла вперед, остановилась, дождавшись дюжину своих пассажиров, и, просигналив, тронулась дальше, став ведущей машиной, за которой следовал водила Сергей. Следовал, как за маяком в море, по вертлявым переулкам, расчищенным от машин и по трассам. Поразительно, как здесь все организовали. В такой темноте на особо опасных поворотах были налеплены светодиоды, дававшие ориентиры углов зданий и дороги, позволяя рассчитывать повороты и габариты. Дорога казалась какой-то сказкой, ведь водила даже смог разогнать бусик до приличной скорости, не опасаясь влепиться в брошенную на дороге машину или проехать поворот. После долгих 20 минут дороги газель привела их на смотровую площадку. Витиеватыми путями они, обходя мосты, поднялись таки на гору, поэтому смысл этой остановки не сразу стал понятен путникам. Газель завернула в какой-то съезд, съехала с асфальта на плитку и остановилась. В свете, излучаемом во все стороны, они увидели очертания грозного памятника князю Владимиру с вознесенным вверх крестом. Антон, выйдя из газели, махнул рукой, созывая всех. Небольшой отряд покинул бусик, ежась от холода, прошли за ним на смотровую площадку. Наверняка в обычные вечера и ночи отсюда открывался прекрасный вид на город, но сейчас видно было лишь черное непроглядное месиво.
Поравнявшись с Антоном, они услышали, как он говорит в рацию, что держал в руке. «Прожекторы!» Бах! С громким звуком включились огромные театральные прожекторы, установленные на смотровой по периметру. Все они смотрели на мост, очертившийся в мощном свете. Мост, тот самый, новый, на который хотели ехать наши путники. Прожекторы были настолько мощными, что его видно было от самого основания у низины и до верхушки. Донской и забыл, когда в последний раз видел такое большое пространство отчетливо и далеко. Слева от смотровой был надземный переход с темно-синим остеклением. В переходе виднелись множественные силуэты людей, а на дороге около бронзового памятника девочки с мыльными пузырями и отеля «Амакс» стояли большие наливники с цистернами и надписью «Огнеопасно». «Вам повезло, господа!» Ухмыляясь, сказал Антон, глядя на то, как на середине моста вверх плелись своим черепашьим шагом шептуны огромной непроглядной ордой. «В каком смысле?» Подала голос Настя. «Попали прямиком на шоу!» Улыбнулся он хищно и сыграл бровями, отвечая девушке. Его взгляд скользнул по ней весьма грязно. По крайней мере, Донскому такой взгляд уж точно не понравился. Что уж говорить о Матвее, который заметно напрягся, шагнул к ней ближе, однако та мгновенно разорвала дистанцию, шагнув к перилам смотровой. «Мы уж давно хотели приостановить или хотя бы замедлить их миграцию», начал говорить Антон, глядя на мост. «Миграцию?» уточнил Юрий. «Да, через нас уже не первая такая орда идет. Поначалу их в городе было много, но собрались в одну кучу и свалили границы. И так уже много раз в несколько дней проходит, словно их манит что-то». «А куда они идут-то?» спросил Слава, переглядываясь с Юрой. «Ну, что мы точно не знаем, так это то, что все идут через границу с Харьковом, а куда дальше, уж извините, не следили». В рации женский голос спросил. «Тони, пора? Рано, еще чуток!» ответил он, зажимая кнопку. «И что вы задумали?» спросил Донской, глядя на тысячи идущих вверх силуэтов. У него невольно пробежали мурашки. «Потерпите и увидите!» ответил Антон. Прожужжала его молния на косухе. Он снял ее и накинул на плечи Насти, которая уже с минуту активно терла свои руки и дышала в них, артистично намекая на желание быть согретой. «Спасибочки!» сказала она, прижав к себе куртку за ворот. Ох, как она на него посмотрела! Такие многообещающие взгляды в молодости сводили Донского с ума своей неприкрытой хищностью. Есть в женщинах какая-то способность чуять в толпе мужика-доминанта, способного защитить и излучающего уверенность самца. «Пора!» — сказал в рацию Антон. «Прикройте ушки, если это поможет!» Заткнули пальцами уши, и тут Донской понял, что задумали эти люди. Орда как раз шла посередине моста над железнодорожными путями и рынком, когда его опоры с громкими хлопками взорвались, и, оказавшись без них, мост стал валиться вниз, утягивая за собой бесчисленную толпу шептунов. Огромный столб пыли возвысился на месте обрушения. «О! Ю-ху!» вскричал Антон, и вторили ему люди, стоящие за его спиной на мосту. «Вот это я называю бабах!» Те машины с топливом, также облепленные диодами, подъехали к самому краю и развернулись боком. Из кабин вылезли люди, которые быстро сдернули широкие шланги с крыши, подтащили к краю, а потом, свесив их вниз, включили подачу. Под напором горючее лилось вниз на груды разрушенного моста, бетон, асфальт и людей. Точнее, уже давно не людей, а полоумных зомбированных шептунов, которые даже после такого, переломанные, раздавленные и вывернутые наизнанку, продолжали шептать молитву. К полчищу вниз падало прибавление, которое не додумалось дождаться, когда развеется пыль, и не глядя шагало в бездну. Когда наливники опустели, их рабочие вынули из кабин машин бутылки горючей смеси и, поджигая их, бросали вниз. «Вау!» вырвалось у Юры, когда пламя вспыхнуло в одно мгновение так ярко и высоко, что, казалось, и надобность в прожекторах отпала. Внизу, в пожарище, заживо горели еще не умершие от падения и не раздавленные шептуны, уже не шепча, а выкрикивая молитву.
Остальная орда, наконец, раздуплившись, остановилась, заполнив собой всю нижнюю и целую часть моста. Несколько секунд постояв и посмотрев на горящих товарищей, они неожиданно для всех наблюдавших подняли руку, неказисто сжав пальцы, и в порядке домино от первой линии к самой последней перекрестились медленно и троекратно. После этого подошалевшие взгляды и грязные ругательства напряженных людей, они развернулись и побрели к низине в поисках обходных путей. «Но они же все равно найдут дорогу», — заговорил слегка дрожащим от увиденного зрелища голосом Матвей. «А смысл в том, что та дорога, которую они найдут, не будет лежать близко к нашему дому», — ответил надменно и не глядя Антон, при этом положив руку на плечо Насти и слегка по-хозяйски его сжав, на что та не то что не возразила, а наоборот, на полшага пододвинулась ближе к нему. «А этот путь то и дело прогонял их у нас, можно сказать, под носом. Напрягает, знаете ли. Заряды откуда?» На вопрос Юры Тони уже не ответил, а лишь отсрочился. «Давайте доберемся до дому, а там за сытным ужином обо всем и потрещим». Он нажал кнопку рации. «Сворачиваемся! Все красавцы!» Поселение, которое Антон называл домом, находилось на территории бывшей школы. Добрались туда они быстро. Проехали до технологического университета, свернули направо во дворы и выехали к забору лицея номер 38. Надо ли говорить, как вылезли из орбит глаза путников, когда они увидели самый настоящий городок на территории школы. Организован он был весьма просто. На парковке перед лицеем стояло десятка два разномастных авто, на которых были разные приборы освещения. По периметру были расставлены световые стойки с прожекторами. Калитки в заборе подсвечивались светодиодами. Сам лицей использовался, со слов Антона, как административные, складские и социальные помещения, где надежно хранились натасканные со всего города запасы пищи, медикаментов и, что самое интересное, оружие. Вокруг школы шли бетонные дорожки, вдоль которых были разбиты маленькие и не очень персональные палатки, где обитали жители этого поселения. Однако главный шок ждал гостей на большом стадионе, что находился за школой. Там был настоящий палаточный город. В центре стоял ряд больших армейских брезентовых палаток-казарм, где могло размещаться внушительное количество человек. По беговой дорожке шли ряды мелких рукотворных прилавков, пригнанные фудтраки, которые обычно на площадях исполняли роль столовой или же полевой кухни. По шуму и гомону эти ряды палаток, фудтраков и прилавков напоминали рынок, а провода... Сколько по земле лежало удлинителей, проводов и прочего, что тянулось к россыпи привезенных генераторов, находящихся в школе. Вокруг шныряли толпы людей. Обычных, самых что ни на есть адекватных, разношерстно одетых, громко говорящих и не сумасшедших. Новоприбывшие им были как-то по боку. Поэтому городок, как его во время экскурсии ласково называл Антон, жил своей жизнью. Пахло жареным мясом и костром, играла музыка, кое-где бегали с надувным мягким мячиком ребятишки. От палитры ароматов у всех потекли слюни, а тонко уловивший это Антон с улыбкой устроил им ужин у одного из траков, заказав всем еды. Все было бесплатно и, судя по всему, выдавалось строго порционно и по графику. Однако, благодаря Антону, новичкам организовали внеплановое питание. «А неплохо у вас тут все организовалось», — пережевывая мясо, сказал Юра, когда они сидели на деревянных лавочках за длинным столом. У баскетбольной площадки таких было несколько рядов. «Что есть, то есть», — гордо ответил тот. «И ты тут главный?» — с интересом спросила сидящая рядом с Антоном Настя. Ее тарелка, в отличие от всех, была почти полная. Донской заметил, как при первых ложках ее начало воротить от еды. «Ну, типа того», — приобняв ее, ответил Тони. «А как же так получилось?» — заговорил Донской,
Столько разного народу, дети, старики, великовозрастные мужчины, а ты такой юный лидер. А люди идут не за возрастом и опытом, деда. Надменным тоном протянул Антон, закинув ногу на ногу. Они идут за решительными, бесстрашными и сильными людьми, которые во время всеобщего хаоса знают, что делать, как наладить жизнь, и не мемлят, а четко говорят, что нужно, чтобы всем жилось хорошо. Им нужен лидер, что даст им свет во мраке. Он обвел руками вокруг, указывая на все светящиеся вундервафли. Им нужен тот, кто может дать дисциплину в хаосе и безопасность в умирающем мире. Я, как оказалось, обладаю этими качествами, раз люди идут за мной. Ага. А главное твое качество — скромность. Сострил Матвей, колюче смотря на руку Антона на плече Насти. Завидуй молча. Буркнула она наигранно дуто, вступаясь, судя по всему, за своего новоиспеченного защитника. А как вас так много-то тут? Мы людей вообще по праздникам в пути встречали. Спросил, оставив тарелку, Юра. Когда только случилось, нас немного было. Додумались в школе пересидеть, а там мы обустраиваться начали. Когда поняли, что кобздец, начали сначала машины светом обделывать. Ездили по городу, магазины до склада обдирали. А когда светиться начали, стали и людей подбирать. Вы думаете, мало людей нормальных осталось? Нет, просто большинство из них во мраке не выжило. Паника, банальная дезориентация и прочее. Все сразу, как только фонари и централизованное электроснабжение пало. Люди словно ослепли без света под рукой. Тут даже до магазина через дорогу не выйдешь еды набрать. Вот к нам и стягивались на наши тачки. А когда мы поняли, что много народу тупо где-то в темени, то стали ездить искать. Мало ли у кого батарейки на фонарь кончились или запасти не додумались. Были, конечно, свечи. Но много у кого в нашем 21 веке дома есть столько свечей, чтобы поддерживать хоть сколько-то долгий свет. Так и к святой мародерке скоро пришли. Магазины, склады, военные части, полицейские заведения. В общем, устроили сами себе цивилизацию. Можно с гордостью говорить, что полгорода обнесли. Хихикнул Тони. Ладно, вам отдохнуть бы. Вас проводят в палатку, поспите до завтра. А там обсудим, что с вами дальше. Да и вы и сами о себе расскажете. Донской, конечно, был впечатлен этим местом, но понимал, что весь этот светодиодный шик, пусть даже снабжаемые генераторами прожекторы, все равно рано или поздно скатится до кострищ и свечей. «Тоша!» — сказала Настя, заискивающе заглядывая в его глаза. «А можно мне дополнительную экскурсию?» Глава 6. Любовь дарит возможность быть счастливым просто потому, что счастлива она. Готфрид Лейбниц. В общую палатку, место, в которое выделил для путников Антон, Настя, похоже, сегодня уже не придет. Донской догадывался, почему, но, не будучи уверенным, он все же крепко спать не мог. Да и режим у него и всех его товарищей был сбит хуже некуда. В этом чудесном городке у людей были электрочасы в каждом помещении, помогающие в полном однообразном сумраке определять время дня и ночи, что, если подумать, было не так уж и важно в условиях вечной и непроглядной темени. Однако это целесообразно с точки зрения организации труда и жизни в большом анклаве. Тони, как выяснилось у местных, большим оригиналом не был, так и назвав свое поселение «Анклав». Конечно, Юра и Матвей, будучи моложе Донского, вспомнили какую-то игру про апокалипсис, то ли флэт-аут, то ли фолл-даун, то ли иначе как-то. Донской не запомнил, как именно называли они творение современной сферы развлечений. Поднявшись со скрипучей раскладушки, Геннадич взял свою винтовку, перекинул лямку через плечо и побрел к выходу. Оружие Тони им вернул, что определенно было жестом доброй воли и доверия. «Вы куда?» — спросил Матвей, которому тоже не спалось. Он лежал у входа, согнув ноги в коленях, и корябал что-то в своей тетради. Неудивительно, почему ему тоже было не до сна. Он так же, как и Донской, не ложился, пока Настя не вернется. Водила со шкафами спали и видели уже десятый сон, а перед тем, как отрубиться, явно не были озабочены судьбой девочки.
Максимум, что Донской услышал, какой-то смешок в стиле «Быстро она себе женишка нашла» от Юры, а вслед за этим ответ Славы: «Шустрая, молодец». Только Донской понимал, что Настя нашла, возможно, не женишка, а папашу. «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил Донской парню. К чести Матвея, он понял Геннадича правильно и тоже вскочил с Лёшки. «Я с вами. Все равно не спится». «Передо мной можешь не оправдываться тем, что не спится», сказал Геннадич, когда они вышли из палатки в направлении, неизвестном им самим. Анклав спал. Только охранники с оружием шныряли около здания школы, судя по всему, охраняя стратегические запасы поселения. Также Донской отметил, что и периметр у Антона сделан толково. Конечно, за забором на подходах секреты посадить возможности не было, да и смысла в таком мраке тоже. Но вот внутри периметра были хорошо организованы патрули вдоль забора и прожекторы по углам, стоящие на высоких стойках и мощно разрубающие темноту на дальние расстояния. Логично предположив, что раз Антон тут главный и он, наверное, может позволить себе обитать в здании школы, они пошли к нему и уже на входе были остановлены молодым парнишкой возраста Матвея. «Стойте! А вы кто и куда?» Несмотря на возраст, в руках молодого парня было раза в два старше него сайга, спорить с которой хотелось не очень. «Мы из тех, кто сегодня приехал», — ответил Донской. «А, маршрутчики!» — с усмешкой сказал охранник. «Чего?» «Ну, вы же на маршрутке приехали!» — пояснил он свою мысль. «Ну да, мы Тони ищем. Он тут обитает у вас?» По-свойски спросил Сергей Геннадьевич. Говорить «Тони» вместо «Антон» было действительно куда удобнее. «А чего вам от него среди ночи-то нужно? Спит человек?» — посерьезнел парнишка. «Он просто одной из нас экскурсию проводил, и она до сих пор не вернулась, вот мы ее и ищем». Не вытерпел Матвей, шагнув ближе к двери. «Это что ли это? Темненькая такая, красивучая?» — уточнил охранник. «Да, темненькая, красивучая, глаза зеленые», — активно подтвердил Матвей. «Ну, в глаза я ей не смотрел, там есть и поинтереснее куда глянуть. Ну, вроде с ним заходила», — усмехнулся часовой. Матвей, конечно, слегка закипел от того, что тот так спокойно рассуждал о женских прелестях Насти, но сумел промолчать. «Так, а где его можно найти? Пустишь?» — вернулся к делу Донской. «Не пущу. У нас с этим строго. Знаю я вас хорошо, может, и пустил бы, но вы тут первый день, да еще и с оружием». Кивнул он на ружье за плечо Геннадича. «Мало ли чего выкинете. Может, вы из погранцов?» «Из кого?» — спросил Матвей, недовольным от отказа тоном. «Пусть Тони вам завтра все и рассказывает. Делать мне больше нечего. Все». Поняв по взглядам Сергея и Матвея, что они отставать от него не намерены, часовой вздохнул и сжалился. «Ладно, обойдите вон ту стену, там первые три окна длинных, что на забор выходят. Это квартирка Тони. Гляньте, если свет горит, а он не спит, я вас пущу. А если нет, то уж до завтра, извиняйте. Спасибо». Откланялся Донской и вместе с Матвеем без промедления двинулся к окнам, обходя здание школы. «Целый класс себе под хату, мажор», — сказал Матвей разозленно. «А люди там, как чернь, на стадиончике в палатках теснятся», — решил поддержать его в этот раз Донской. «Думаю, кореша его тоже не на улице обустроились», — продолжал Матвей. «А как ты хотел? В любом мире, судя по всему, будет классовое разделение». Так, подошли к нужной стене. Тихо. Они завернули за угол, подошли к высоким окнам, заглянуть в которые можно было только на расстоянии. Света там не было, но отходить, чтобы понять, что там происходит, не требовалось. Одно из окон было нараспашку открыто, а изнутри в унисон и перебивая друг друга, доносились приглушенные стоны и тяжелые томные вздохи, постепенно учащавшиеся. Несложно было понять, чем именно там сейчас были заняты. Матвей стоял как истукан, мрачнее с каждой секундой. Хлюпающие поцелуи, короткие протяжные девичьи стоны, такие же короткие, вырывающиеся из их уст слова удовольствия, их имена — все это резало Матвея по-живому, но до сих пор не выбило слезу. Однако не успел Донской мысленно похвалить парня,
как доносящиеся звуки добили его выдержку, все же пустив горячую соленую каплю по щеке. Матвей не сдержался, ведь после трехсекундной паузы и затишья звуки сменились, добавив к своему оркестру стонов и слов громкие частые хлопки, вызывающие еще большие стоны и вздохи. Донской окончательно понял, что в палатку сегодня Насте идти незачем. «Пошли», — еле слышно шепнул Донской, утягивая парня обратно, чтобы тот еще, не дай бог, не удумал что-нибудь сглупить. Матвей шел покорно, глядя на свои ноги и смахивая подступающие слезы. Уже подходя к их палатке, Матвей бесшумно разрыдался. Ему было стыдно за свою слабость, однако Геннадий его прекрасно понимал, ни в коем случае не осуждая и не опуская его в своих глазах из-за того, что с ним сейчас происходило. Не дожидаясь, пока Матвей созреет сам, Донской попытался обнять парня. Но тот, взбрыкнув, оттолкнул его руки и нырнул в палатку, тут же уткнувшись лицом в подушку. «Так значит, поэтому вы решили поехать в Рим?» — сказал, плюхнувшись в кресло, Антон. Все маршрутчики, каких вчера окрестил часовой, находились в классе, из которого прошлой ночью Матвей и Донской слышали экскурсию Тони для Насти. После завтрака он пригласил их всех к себе, чтобы обсудить с ними, что те планируют дальше и куда держать путь. В классе действительно уже была небольшая квартирка вместо кабинета географии. У окна была собрана кровать, большая и дорогая, доску он вынес отсюда, заменив на плазменный телевизор. На стуле под телевизором лежала горка дисков с фильмами, также была прибита полочка, на которой стояла черная коробочка «Плойка», назвал ее при входе Юра. Кресло, диван, стол, мебель школы, судя по всему, вынесли для других нужд, а здесь Тони на правах мэра обустроился по местным меркам с роскошью. Настя сидела не на диване или кресле, а на кровати. Сидела довольная, улыбалась во все 32 и мотала ножками в воздухе. На вопрос, от чего питается игровая приставка и телек, Тони сказал, что у него есть личный генератор. Мажор. Это по нынешним меркам было действительно так. «Да, поэтому», — вырвал Донского из мыслей голос Славы, ответившего на вопрос Тони о Риме. «А вам не кажется немного странным надеяться, что сумасшедший пилот это все не выдумал?» — спросил, глядя на Юру, Тони. «Ну, выбора у нас особо не было, знаешь ли. Лучше бы было иметь цель своего путешествия, да и если он прав и не бредил, то это было бы спасением», — отвечал Юра, глядя ему в глаза, но уже, судя по всему, задумываясь о том, что варианты-то у них теперь появились. «В конце концов...» — неожиданно встрял в разговор Матвей. «Если там даже не солнце, а, например... что-то другое светится, типа вход в рай или тропа в небеса, то это в любом случае лучше, чем здесь, во мраке. Может, там и Бог, прощение и спасение какое-нибудь». Под конец Матвея уже окончательно понесло, однако встревать в это никто не стал, а Антон спокойно дослушал, сделав поучительный вид, ответил. «А ты будешь рад встретиться с Богом, учитывая, что Он сделал с миром? Думаешь, после того, как половина людей пошла плясать и читать молитвы, он подобрел и сделал для выживших райский уголок с персональным солнышком?» Тони, не сдерживаясь, рассмеялся. «Я не думаю и не знаю. Но почему-то мы сейчас с вами говорим, а не пляшем с молитвами». Матвей держался молодцом, парируя аргументы Тони, а не молча проглатывая их. «Знаешь, в любом случае, лично я бы не хотел проверять, есть он там или нет, а особенно не хочу проверять, будет ли он ко мне мил или зол, когда я приду». Антон встал с удобного кожаного кресла, прошелся по комнате, оглядывая присутствующих. «В общем, я всем вам предлагаю остаться в анклаве. Свет, кров, еда, каждому найдется работа. Вы, к примеру...» Он кивнул на шкафов. «Определенно разведчики. Вы, Сергей...» — указал он на тезку. «Механиком или водителем, как и были. А с вами, конечно, сложнее», — сказал он, глядя на Донского и Матвея. «С какого рожна?» Завелся Донской не от того, что его посчитали неприспособленным к труду членом общества,
а от того, что к таким он приписал весьма крепкого молодого Матвея. Причем Тони явно делал это намеренно, чтобы незаметно опустить статус парня в глазах Насти, которая и так уже у него, Антона, чуть ли не с руки ест. «Ну а куда мне вас пристроить? Готовить или склады охранять разве что?» «Да я не про себя, я-то ладно, старый немощный дурак. Но он-то... И вообще, с чего ты решил, что мы останемся?» На эмоциях Донской повысил голос, хотя вовсе этого не хотел. «Тише, Геннадич, я не вижу ничего плохого в том, чтобы тут остаться», сказал предательски мирным тоном Юра. «А что хорошего? Всю жизнь отстраивать жизнь во мраке, как кроты? Растить больных детей, которые будут чахнуть без солнца и помирать без витаминов?» Настя тут как-то повела плечами, как бы от холода. «Вы не думаете о будущем. Да, сейчас тут безопасно, но что, если эти полоумные поумнеют? Пробьются. Или эволюционируют. Они ведь...» Донского проперли эмоции, ведь он очень боялся потерять таких полюбившихся ему попутчиков, да еще и оставить их существовать без надежды и цели. Сглотнув, он продолжил. «Они ведь эволюционируют. Сначала просто плясали, да церквушки спасали, а нам от этих песенок хер да ни хера. Сейчас же они и заражать этим научились. Вспомните Курск. Мы чудом не стали такими же. Вчера они вон своих помянули, помните? На мосту перекрестились ведь». Донского перло. Он выплескивал все свои наблюдения и теории с самого первого момента. «А что, если одной из этих ступеней их эволюции станет то, что они решат, мол, не надо оставшихся заражать, а просто убить? Да с такой ордой никакое оружие не спасет. Будет как в ваших любимых, блядь, фильмах о зомби. Сметут и все!» «Дедушка, ты успокойся!» — сказал Тони, опустив Донского на диван, грубо надавив на плечо. «Мы ничего не знаем наверняка, чтобы чего-то бояться. В данный конкретный момент мы не знаем даже, почему мы с самого начала не стали шептунами, а другие стали. Если это действительно дело рук Всевышнего, то, возможно, мы действительно заслужили жить, и это его задумка». «Да ладно!» — искренне удивился Донской, оглядев всех присутствующих. «Вы действительно еще не доперли, почему так?» «А ты типа знаешь?» — спросил с очевидной усмешкой тезка. «Возможно», — начал с заиканием Геннадич. «Это, конечно, не может быть доказано, но я вижу только один логичный вариант». Геннадич потянулся назад, подняв бутылку воды с пола. Сделав пару глотков, продолжил. «Все, кто изначально обезумел, верили. Не знаю, как это определить, но те, кто пляшет, скорее всего, внутренне были действительно уверены в его существовании. А мы, не попавшие под это, проверку на веру не прошли. Те слова, что говорили, отделяли в толпе праведников от нас, гребаных атеистов. Если я не прав, хоть сейчас скажите мне, что вы до этого абзаца свято верили в Бога и ходили в церковь каждое воскресенье. Ну, кто-нибудь!» «А в этом есть смысл», — сказал Юра, почесав щетину. «Мы со Славой навидались в будни службы такого, что ни в Бога, ни в дьявола не верили, пока все это не случилось». «Да, я тоже верой особо не блистал. Сложно было поверить в деда на облачке-то», — сказал водила. А затем и Матвей с Настей покачали головами, как бы поддерживая. «Ну, раз откровенничаем... Я тоже не особо-то верил. Не хотелось верить в кого-то, кто отнял у меня обоих родителей, когда мне было всего 5. Подтвердил Антон мысли Донского, не став спорить. «Но вот видите, у меня отвращение к нему было. Сами знаете от чего. Да и думаю, у кого не спроси из адекватных, никто до всего абзаца в это не верил. И вот когда уже не верить нельзя, мы, неверные, вход в их паству не заслуживаем. Ведь мы не верили до...» Закончил Донской, уже в третий раз отпив воды. «Единственный вопрос, как теперь от нас избавиться, раз их всеобщего рая мы не заслужили. Разумно?» Подытожил Юра. «Тогда давайте размышлять логически», обратился ко всем и никому Антон. «Вы считаете, что если в целом обобщить, то в Италии, будь то Рим или Ватикан, сейчас филиал рая, земля обетованная. С чего вдруг, даже если это и так, вы можете быть уверены, что это все для нас, а не для них, достойных этого рая, шептунчиков?
Напомню, что за этот неполный месяц через наш город прошло несколько многотысячных орд как раз в попутном с вами направлении. Может, их туда позвали. Для них там все обустроили, а мы, непосвященные иноверцы и атеисты, достойны жить только в этом мраке. Зачем идти туда, если нас там никто не ждет? Донской глубоко вдохнул. Его виски гудели, отдавая давящие пульсации в глаза, вынуждая часто моргать. Приступ боли, вызванный опухолью, в этот раз пришелся совсем не кстати, однако Донской, переборов себя, продолжил спор. «Ты не знаешь наверняка, ждут нас там или нет». «Как и ты!» — перейдя с Донским на «ты», ответил Тони. «В любом случае, лучше я пойду и лично это проверю, чем безусловно сдохну в темноте, как чертов слепыш, которому суждено и жить, и дохнуть под землей». Донской начал подниматься, как бы завершая спор и подтверждая свою серьезность, бросил. «Я никого с собой не тащу, упаси он самый, да и права никем командовать не имею. Так что сам для себя я уже решил, а вы все взрослые, чтобы сами решать для себя. В общем, я пойду, только пару фонарей в дорогу одолжите, если не сложно». Антон ударил ладонью по своему лицу, помолчал минутку, о чем-то крепко думая. «Что, пары батареек жалко?» — съязвил Донской, скорее не от злобы, а от боли. «Нет, мне не жалко, но вы все равно по трассе через границу не пройдете, а в объезд или лесом по темени только заблудиться и сгинуть. А почему не пройдет-то?» — поинтересовался Юра, все так же деловито. «Погранцы!» «Чего?» «Да это какие-то отморозки с той стороны, а может, ты это, и хрен их разберет, что за люди, но не шибко в них человеческого осталось». Начал Антон и присел на кровать рядом с Настей. «У нас, когда поняли, что ничего не закончится, много туда ехать пытались. Кто к родственникам, кто просто за житьем лучшим, кто к любимым. Так вот, уезжали довольные. Мы их провожали с миром, пока не вернулась одна группа. Машина вся в дырках, один мужик еле живой. Бедро пробили, а он еще доехать до нас умудрился». Все внимательно слушали. «Говорил, что на КПП на границе, мол, людей до хрена сидит. Всех проезжающих по трассе тормозят, грабят, мужиков убивают, а баб, ну, сами догадываетесь. Мы разобраться пытались, даже нападали пару раз, хотели разобраться с чернью этой. Да только засели они там крепко. Мы бы еще попробовали, да не хочет уж никто. У них, понимаете, с шептунами неизвестно, что делают. Они, видимо, орды частями отлавливают». «В смысле?» «В том смысле, что все заборы и прочее они телами закрыли. Привязали или типа того, горы и стены из них собирают, ноги и руки рубят. А тела как доски прибивают. Они им там сутками шепчут и, сука, не дохнут». «Да уж совсем там сдвиг по фазе у погранцов-то этих», — тихо сказал водила. «Так что через границу никак. Ну, максимум, что я могу предложить, это подбросить окольным путем. Наши на картах объезд через деревни нашли. Завтра поедут разведывать, можно ли проехать или нет ли там этих утырков. Могу вас к ним запихнуть». «Ну, хорошо, так и сделаем». «Остальные, вы как, остаетесь или вперед за мечтой?» — с иронией спросил Тони, оглядев присутствующих. «Ну, я точно остаюсь», — как-то стесняясь, сказала Настя, болтая ножками и положив свою руку на руку Антона, сидящего рядом. Мгновенно осознав сказанное девочкой, Матвей произнес: «Я с Геннадичем». Все переглянулись, а Настя в своем изумлении переплюнула их, однако говорить ничего не стала. Нет, ну а что она думала? Что он теперь останется виться вокруг нее? «Мы тут», — за двоих сказал Слава. «Извини, Геннадич». «А вот я тебя, тезка, порадую. С вами я. Бусик прихвачу, а то прикипели, небось, к нему», — заявил неожиданно водила. «Постойте, Сергей!» — уже начал отговаривать водилу Антон, но тот не дал этого сделать. «Не-не, спасибо за кров, но я всю жизнь на дядю работал. А оставаться у вас, значит, тоже на кого-то пахать. В дороге хоть сам для себя поживу, да с хорошей компанией. Свобода! Вот что я хочу. А вы уж не серчайте. Может, вернемся еще. А может и нет», — подумал Донской.
Сборы много времени не заняли. Донской изначально практически ничего из своих сумок не выкладывал. Чуть дольше собирался водила, хотя у него проблема была совершенно иная. Он выменял несколько пузырей на местном рынке и теперь не знал, куда их приткнуть в сумке. Вдоволь наругавшись, он, наконец, махнул рукой, сообразив просто уложить алкоголь под сиденье. Матвей же сидел на своей так называемой временной постели и держал в зубах ручку. Перед ним лежала открытая тетрадь на чистой странице. Судя по всему, молодой автор от переизбытка бурлящих в нем эмоций не мог уложить их в голове встроенные мысли. Донской хотел было поддержать парня, положил ему руку на плечо, но тот с такой резкостью их дернул, сбрасывая морщинистую руку Геннадича, что Сергей тут же понял – не сейчас. «Прости», – сухо сказал Матвей, выйдя благодаря этому из ступора. Донской ничего не нашелся сказать и просто окинул взглядом помещение, в котором провел уже две ночи. После вчерашнего разговора с Антоном, у них, решивших двинуться в путь, было чуть менее суток перевести дух и отдохнуть. Донской воспользовался этим временем в основном на то, что выменивал у местных торговцев всякие световые приблуды, фальшфейеры, батарейки для налобного фонаря, светящиеся повязки и прочее. Это, конечно, была ошибка Тони как местного управленца. Донскому казалось, что куда разумнее взять под свой контроль весь оборот световых приборов и устройств во избежание их безрассудной траты. В их палатке появился молодой парнишка лет 20, который известил отбывающих, что до отправления колонны осталось меньше 15 минут и их ждут у парковки. В мыслях Донского мелькнуло, что «колонна» не самое подходящее слово для разведывательной экспедиции. Однако, возможно, молодой парень просто неверно выразился. В любом случае, раздумывать о профпригодности паренька и его словарном запасе куда лучше из салона уже родного Бузика, чем здесь. Он навьючил на себя свои сумки, винтовку и прочее и двинулся к выходу из палатки. Юры и Славы в палатке не оказалось, наверное, Тони уже припахал их к какому-то общественному полезному занятию, особенно с учетом их качеств и навыков. Интересно, кто из шкафов быстрее станет каким-нибудь начальником? Донской ставил на Юру, все-таки он уже показал себя с лидерской стороны. Матвей и водила поднялись тоже, похватали оставшиеся пожитки и побрели за Геннадичем. Выйдя во внутренний дворик школы, Донской понял, что молодой парнишка правильно назвал то, что увидел. Во дворе стояла настоящая подготовленная колонна. Слева от ворот и направо до арки перехода. Во главе колонны стоял внедорожник Ниссана, облепленный по бортам и багажнику световыми полосками и диодами. Сверху в крыше был врезан прямоугольный люк под пулемет и лежал чуть сбоку старый, но от этого не менее рабочий ПКТ-печенек. За ведущей машиной стояла уже знакомая «Газель», та, за которой они ехали по пути в анклав. Она, судя по всему, была уже под завязку забита одетыми в полицейскую защиту бойцами. Тех госслужащих, кто был в мирное время экипирован так же плотно, обычно называли космонавтами из-за полного скафандра брони. Еще с два десятка таких бойцов грузились в третью «Газель», что была в хвосте, замыкающая колонну. Бусик же стоял посерединке, между первой и второй «Газелью». «А вот и наши пределы», — сказал тезка Геннадича и побрел к двум шкафам. Юра и Слава были с автоматами наперевес, полной разгрузкой боекомплекта, световыми и слезоточивыми гранатами на бедрах. Мужчины один за другим пожали руки. «Просветите, дружки, что, собственно, на разведку теперь целым батальоном ходят?» «Во-первых», — начал Юра, — «батальон — это 250 человек, а у нас тут чуть больше роты. Во-вторых, планы слегка изменились». «И как же?» — предчувствуя нехорошее, спросил Геннадич. «Иди вон, ну то не узнай. У нас сейчас построение», — сказал Юра. Закончив что-то с автоматом, защелкнув обойму, он развернулся и громко воззвал к еще толпившимся на улице космонавтам. «Второй блок! Организоваться и в машину!» После этого отряд, подконтрольный Юре, быстро погрузился в пустующую хвостовую «Газель», и Юрец, замкнул их, водя последним, закрыл дверь. Слава усмехнулся нервной и не очень доброй усмешкой,
двинулся к своей уже наполненной бойцами газельке. «Все-то у него в последний момент», — сказал он сам себе и, громко бухнув, закрыл раздвижную дверь. Подходить к Антону не пришлось, он сам подошел к двум Сергеям и пацану, что еще находились в легкой растерянности и непонимании происходящего. «Приветствую!» Они машинально пожали руки, однако Матвей не жаждал ручкаться с Тони, и его рукопожатие было вялым и неохотным. Донской тоже не горел желанием любезничать, но тем не менее сжал руку достаточно крепко. «Как бы ни был противен тебе человек, если приходится жать ему руку, никогда не давай слабины, а наоборот, лучше поломай ему все костяшки». «Что за мобилизация?» — хрипло спросил Донской, глядя молодому вождю в глаза. «Что вы, никакое близко. Небольшая спецоперация». Тони тихонько посмеялся собственной иронией и продолжил. «У ваших друзей оказалось очень много непосредственно боевого и крайне полезного опыта. А именно этого, я так думаю, нам и не хватало, чтобы успешно искоренить проблему погранцов. У нас все же больше молодые, неопытные энтузиасты, без должного командира ничего не представляющие». «Неужто настолько мало вояк в анклаве?» — поинтересовался водила и слегка поежил плечами от холода. «Кто-то просто срочку служил, кто-то уже давно на пенсии и непосредственно в самом бою уже ничего из себя не представляет. Так что вся надежда была на Власова». Антон кивнул назад. Около бусика с еще одним отрядом космонавтов стоял высокий мужчина. Шлема на нем не было, волосы скрывала черная бандана, а на лице от левого края верхней губы до правого края нижней тянулся тонкий уже давнишний шрам. Власов что-то рассказывал бойцам и ставил какие-то галочки на листочке. «И ты решил атаковать», — вернулся к теме Геннадич. «Ну, узнав, какое ваши ребята золото, Власов меня просто уверил в успехе. В конце концов, погранцы больше психи, чем организованная сила. Весь план и инициатива, как, впрочем, и вина, возложена на него, так что...» «Соломку себе стелешь», — усмехнулся Донской, как красиво Тони перекладывал с себя ответственность. «Отчасти. В конце концов, действительно не я был инициатором. Он просто все слишком красиво изложил, очень, знаешь ли, убедительно». Донской вздохнул, всем видом выказывая неодобрение. «Вы идите, тем более он вас ждет. Очень уж хочет ваш автобус на время национализировать». Антон вновь усмехнулся и пошел арке, где в полумраке стояла, опершись на стену, Настя и смотрела за этой погрузкой. «А сам герой-спаситель, судя по всему, воевать не собирается», — усмехнулся тезка, провожая местного лидера взглядом. «Он, я думаю, даже возможности такой не рассматривает. Куда ж он поедет? Тут же все развалится». Они рассмеялись, ожидая и от Матвея похожего, но тот, глядя себе под ноги, плелся сзади них бусику. «А вот и хозяева!» С деревенским акцентом на последнюю «а» сказал Власов и протянул Донскому руку. «Власов Роман Петрович, капитан ВВС РФ в отставке, ныне ИО министра обороны сие замечательного прибежища». Не без доли иронии, но достаточно официально представился Власов. На вид ему было от 45 до 55, двухдневная щетина и шрам накидывали годков. «Донской Сергей Геннадьевич», — отсалютовал Донской. «Романчук Сергей Владимирович», — развязно проговорил водила. Затем Власов протянул руку и Матвею. Тот пожал ее уже уважительно и как надо, но представился сухо и коротко. «Матвей». «Очень рад знакомству, но времени поболтать нет. Вынужден просить у вас реквизировать ваше транспортное средство исключительно для транспортировки личного состава». «Так говоришь, капитан, словно выбор у нас есть», — сказал с присущим ему ехидством водила. «Пользоваться вашим транспортом нам приказано исключительно с вашего разрешения. Однако, разумеется, я настоятельно рекомендую его дать». Водила откровенно с насмешкой гыгыкнул и, наконец, ответил. «Это в простонародье называется добровольно-принудительно. Но раз тебе, капитан, так важно соблюсти формальности, то, конечно, разрешаю, только вот за баранку никого не пущу. Моя кобылка, мне ее и крючить. Так даже лучше, спасибо». Власов жестами отправил свой отряд грузиться в бусик,
и последний раз перед началом движения обратился к троице. «Пять минут!» Забросив вещи в бусик, Донской обернулся и побрел к Насте, стоявшей все так же у арки и наблюдавшей со стороны. Ее избранник куда-то уже отошел, наверняка решая дела непомерной важности. «Ну, прощай, что ли?» сказал Донской, разведя слегка руки для объятий. Девушка подалась к нему и уткнулась в грудь, обвив его спину руками. «Я предпочитаю слово «пока», — мягко сказала она, отстранилась слегка и посмотрела Донскому в глаза. «Спасибо». «Да что ты, не за что». Начал было краснеть Донской, однако она сбила его кратким поцелуем в щеку, потом уже, опустившись с носочков, повторила. «Спасибо, правда, огромное, за все». Донской кивнул ей, а потом заметил ее взгляд мимо него. Обернулся. В свете прожекторов чуть сзади стоял Матвей. «Ну, иди сюда». Словно смилостивилась она, шагнула навстречу, обняла и его, положила голову на плечо. Донской не видел лица и эмоций, с которыми это делала девушка, однако Матвей был ему виден как на ладони. Обвив ее руками, он зажмурился, словно сдерживая слезы. Было заметно, с какой силой он прижимает ее к себе, как не хочет ее никогда отпускать. Однако невесть, как она сумела шагнуть назад, улыбнуться ему беззаботной улыбкой и тоже сказав прекрасное, неискреннее на этот раз «спасибо», она пошла к своей стене, словно если не будет ее подпирать, то та упадет. Донской поравнялся с Матвеем и пошел к автобусу, положив парню руку на плечо. «Ты как?» – тихо спросил он. «Ненавижу объятия», – ответил Матвей, смахивая далеко не первую слезу с щеки. «Их придумали, чтобы скрывать лицо». Поспорить тут было не с чем. Однако Донскому казалось, что эту фразу он слышал в одном из сериалов, который смотрела при нем дочь. «Ах, да», – сказал Матвей, вытащив из рюкзака тетрадь, протянул ее Геннадичу. «Держи, раз считаешь ценным. Мне оно больше не надо». Геннадич поначалу помедлил, собираясь что-то возразить и как-то переубедить парня. Однако потом молча взял тетрадь и, проходя сквозь сидящих вооруженных бойцов, прошел к задней части автобуса, уселся на ковре, расстеленном у бочек с топливом, которое, надо отдать должное, Тони им выделил и долил под самую крышку еще вчера. Колонна тронулась. Донской раскрыл тетрадь, где на первом развороте красовалась большими буквами «Евангелие от Матфея». Он усмехнулся. Вот это паренек замахнулся. Хотя в окружающих их условиях отсылка на библейского Матфея от нового автора Матвея была более чем допустима.